Личности парней, которые отправили в нокаут с одного удара молодого человека в микрорайоне Парковый, установили. Об этом сообщили в УВД города. На данный момент степень тяжести травм пострадавшего еще не установлена. Он находится в больнице. Поэтому молодые люди не задержаны. Напомним, все случилось возле одного из домов на скульптора Головницкого. Судя по кадрам, парня отправили в нокаут с одного удара. Как рассказали очевидцы, двое пьяных молодых людей повздорили с компанией. Один из парней решил заступиться за дам, но в итоге оказался на больничной койке. Судя по кадрам, сначала парня ударяют, он падает, после его вновь поднимают и опять отправляют в нокаут. У одной из девушек начинается истерика, и успокаивать, как ни странно, ее начинает один из нападавших. Позже в соцсетях появились фото разрушенной квартиры избитого. Неужели это дело рук нападавших? Сейчас во всем разбираются правоохранители. Налетчиков нашли, а парень тем временем находится, по словам знакомых, в нейрохирургии.